Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 29 мая. Ночь в Одессе прошла спокойно. Единственное, что в половине 11 в городе было слышно взрывы. Относительно этих взрывов нас успокоили, сообщили о том, что это работают наши военные, все под контролем, опасности для населения нет. Поэтому спать можно было спокойно, не переживая, не волнуясь. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. И также за прожитые сутки тоже не было никаких воздушных тревог. Последняя воздушная тревога была еще 27 мая, примерно в 9 часов утра. Все это время тишина полнейшая. Это замечательно, это не может не радовать. Когда нет воздушных тревог, просто забываешь про то, что есть война. Но расслабляться не стоит, нужно быть бдительным, потому что война, она была... Есть и остается, пока она не закончилась, и в любой момент может быть нанесен ракетный удар или быть какая-то другая опасность. Об этом нас тоже предупреждают, о том, что в море продолжают находиться российские корабли, но вроде бы как Украина уже получила ракеты «Гарпун», и поэтому по этим кораблям может нанестись удары данными ракетами, и они могут затонуть, может, поэтому идет тишина, они нас не трогают, мы их не трогаем, не знаю. Слава Богу, все тихо, дай Бог, чтобы так и оставалось. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.